дорогие друзья, на новом месте. Интересно, а вот кто из вас был старым Санкт-Петербургом? Поднимите руки, пожалуйста. Вот. Примерно половина, да? Но замечательно. Дело в том, что здесь, по-моему, получше. Самое главное, что не думаешь постоянно о том, что делать, если загорится, правда? Так ясно, что первая была бы детским садом, рядом с тем, что было бы там. Поэтому то, что здесь, это очень правильно. Здесь можно спокойно выпивать, не думая о том, как спускаться по пожарной лестнице, правда? Вот, спасибо. Спасибо, что вы пришли. Значит, сегодняшний вечер каким-то образом не совсем обычный. А, и второй вопрос. А кто вообще впервые со мной встречается здесь, вот, в таких условиях? Есть такие люди? В таких условиях мы вообще встречаемся. Нет, ну в таких я сам впервые, да. Ну, просто спасибо. Я говорю о том, что у нас тут несколько свои условия вообще существования в Гнезде Глухаря по отношению к другим концертам. Поэтому я сразу же расскажу 2-3 слова об этом. Вот. Но, тем не менее, значит, в чем они состоят? Ну, для тех, кто впервые, прежде всего, хочу вас представить своего замечательного Татьяна Слева, руководитель Центра авторских песен в Москве, по совместительству человека, помогающего мне игрой на гитаре, Александра Николаевича Костромина. Все диски, которые тут есть, записаны с участием Александра Николаевича Костромина, и поэтому, значит, очень советую, если хотите слушать меня нормально, а не в такой суете со звяканием тарелок и так далее, то замечательный Костромин всегда свои замечательные гитары заглушает мой дурной голос. Очень советую. Вот. Сегодняшний вечер еще связан, имеет особенный стенсен с моей грустной датой, как мне вчера объяснил мой редактор, позвонивший из моего родного Ленинграда. Твой возраст — это 2 топора, 2 семерки. Страшно подумать, 77 лет. В России столько не живут. Средняя продолжительность жизни для мужчин на текущий момент составляет по статистике 59 лет. Значит, я уже где-то далеко-далеко за пределами средней статистики. А если это 2 топора, мне сказали, то это имеет какие-то тоже такие мистические значения. Это сильно обязывает. Но вот раз уж мы доскрепили до этой даты, то что-то, значит, будет связано и с этим тоже. Но в принципе, Гнездо Глухаря – место, где пьют вина, водку, общаются с девушками и друг с другом. Оно имеет некоторые другие законы концерта. Это не то, что зал, где вот и сцена, и зал, и там. Здесь приветствуются и отпускаются две вещи. Первое, вот смотрите, вот еще не начался концерт, уже лежат записки с заявками. Значит, здесь приветствуются заявки, и по возможности, потому что обычно заявок бывает больше, чем возможности, мы, хотя у нас будет полнометражная встреча в 2 отделениях, по часу, каждый, все нормально, здесь, значит, можно поставить записку с полной почти уверенностью в том, что ее, как сказать, отоварят. Это вот такой у нас, знаете, ее блокадный ребенок, у нас вот было, когда карточки были, отоварили. Вот у нас записки будем отоваривать. По возможности, естественно, в меру наших слабых сил. Это первое. Второе. Если вам придет в голову какие-то песни подпевать, особенно после выпитого, да, которые вы знаете, милости прошу, не стесняйте своих эмоций, хуже меня петь вы не будете. Это очень важно. Но есть третье. Будьте любезны, не забудьте включить свои мобильники по окончании нашей встречи. Хорошо? Спасибо.